6 августа орловчане примут участие в благотворительном забеге по берегу. Его цель – сбор средств на установку инклюзивной площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благотворительный забег пройдет в Орле во второй раз. Результатом прошлогоднего мероприятия стала инклюзивная детская площадка, установленная в парке Победы. Телеканал «Первый областной», Орловский социальный кластер и партнеры проекта представляют новую серию программ «Личное дело по берегу». Футбольный клуб «Орел» будет принимать участие в благотворительном забеге по берегу. Бежим снова в августе 6-го. Мы, отдыхая, развлекаясь, в некоторых случаях даже задыхаясь от дистанции, можем сделать хорошее дело. Такие проекты просто, на мой взгляд, жизненно необходимы, и общество, в принципе, к этому сейчас уже готово. Смотрите в эфире Первого областного на сайте, в социальных сетях и слушайте на экспресс-радио «Орел». Регистрация участников в благотворительном забеге по берегу до 31 июля.